Итак, друзья, всем привет! В этом видео я хотел бы ответить на животрепещущий вопрос, как и обещал, сколько же можно заработать с интрадея. Смотрите, как повелось уже с начала месяца, с 1 числа я начал вести вот такую вот, вот такие вот посты делать в моем телеграм-канале. То есть, сколько у меня было сделок, сколько было в плюс, сколько было в минус, какой итог дневной, начал вот так расписывать. Вот, допустим, 1 число. Доход минус 0,8%, 3 сделки в минус, второе число такое-то. И я вел на протяжении, каждый божий день в конце торговой сессии, то есть я во время торговой сессии скидываю все свои сделки, минусовые, плюсовые. И в конце торговой сессии я подвожу итоги. Вот каждый день я это делаю. Смотрите, друзья, в начале видео я сразу хочу сказать, да, может быть, кто просто так наткнется на видео, кто не в курсе вообще, что за канал у меня. Я ничего на своем канале не продаю. У меня нет ни платных групп, ни платных курсов. Все мои курсы, вот видите, бесплатно. Все, вся информация бесплатна. Грубо говоря, об этом же и говорит моя статистика. Да, у меня плюсовых сделок ровно столько же, ну, практически 50 на 50, как и минусовых. То есть канал я выкладываю. Сам я торгую по своим же рекомендациям. Вот я их выкладываю тоже каждый день по срочному рынку, рынок акций и так далее. Делаю обзор на них. И сам я торгую по своим рекомендациям. То есть каждый день я выкладываю плюсовые, минусовые сделки. И по исходу дня, так скажем, да, я подвожу вот такие вот результаты. И тем самым я хочу показать людям, вот видите, две сделки в плюс, две сделки в минус, итог плюс, да, плюс 2%. Я хочу показать людям, что при правильном подходе, при правильном риск-менеджменте, даже если у вас 50% плюсовых и 50% минусовых сделок, то вы останетесь по-любому в плюсе, что только так работает трейдинг, да, это никакая инфо-цыганщина, даже что я сейчас рассказываю вам в этом ролике, вам никакой инфо-цыган не расскажет, да я уверен, что нет такого видео на всем YouTube вообще, что никто не рассказывает вот так вот подробно о интрадей, о торговле интрадей, да потому что хер кто торгует, торгуют они вот только на словах, вот. Я же как человек совсем сторонний, у меня вообще, как сказать, ничего не продаю, ничего не покупаю, ни к чему не призываю, ни курсам, ни платным группам. То есть у меня интереса нет никакого финансового. Я просто вот хочу показать и доказать, что это работает. И сегодня такие как раз последний день, последняя торговая сессия, и я готов подвести итоги. Вот. Ну, вот эту вот сделочку сегодняшнюю. По Газпрому 22% я не буду брать в учет. Ну, в общем, давайте все посчитаем. Так, друзья, только не смейтесь, считать мы будем так по старинке. Сюда приделаю скриншот я с моими расчетами. Смотрите, считать я буду в общем и целом. То есть я буду упускать сразу, давайте договоримся, такие нюансы, как минусовые сделки. Все вы знаете, да, что минусовые сделки... За них там пересчитывается потом налог на плюсовые сделки. И то есть итоговая сумма у меня будет чуть больше, чем я здесь буду считать. Здесь я при подсчете только основные аспекты озвучу, чтобы вы плюс-минус знали. Суть знали. Итак, смотрите. Всего у меня было за месяц 83 сделки. Да? Вот последнюю Газпромовскую на 22% мы не считаем. Я ее не буду считать, потому что я считаю, что это фарт. Смотрите, изначально, как я говорил, моя цель за одну торговую сессию заработать 1%. Все говорили, Дима, как так можно заработать? Как так можно зарабатывать по 1%? Но я всегда говорил, на дистанции, допустим, месяца я все равно заработаю больше вас. Больше вас кого? Я заработаю больше тех, кто стремится к большему, кто стремится забрать весь АТР там, по 3, по 5% с инструментов в день. Я же стараюсь выходить по первой цели, да, и у меня цель на день 1%. Вот, и я уже работаю так больше 10 лет с этой целью. Давайте посмотрим. За месяц у меня было 83 сделки. Заходил я на депозит на 1 миллион рублей. Здесь тоже хочу сделать коротенькую остановочку. Я часто слышу от инфо-цыган, какие, блядь, они все-таки миллионеры на своих интрадейных сделках. Друзья, отвечаю, это ложь и провокация. Смотрите, потому что кто торгует именно акции и именно ММВБ, да? То есть я торгую акции ММВБ. До специальной операции я заходил 5-10
3 миллионами рублей. То есть мой депозит на сделку был 3-5 миллионов рублей. То есть в месяц я могу проторговать 5 миллионами рублей, заходя в сделку постоянно на 5 миллионов. Месяц с 3 миллионами. То есть, как вы уже знаете, да, я говорил, риск-менеджмент и все работает только если вы будете на дистанции определенного вами времени торговать определенным депозитом, то есть входить в сделку определенной суммой денег и с определенным стопом, только так вы заработаете. Если эта сумма у вас постоянно будет разная, вы не заработаете. Вот. Но, как вы знаете, с нынешней ликвидностью по началу специальной операции, да, у нас стали инструменты неликвидны. И то есть для меня осталось даже из акций, там акции 5, которыми я постоянно торгую, да, ликвидными, которыми я без проблем могу зайти на 1 миллион рублей. Все остальное это, ну, хрень неликвидная, на нее я даже на лям не зайду. И вот таковы реалии именно тех, кто интрадей торгует акции. Да, я не спорю, кто там торгует фьючерсы, фьючерс на индекс, там сишку, нефть, там да, там ликвидность очень хорошая, очень большая, там можно заработать. Но опять же, я работаю от минимизации рисков, и фьючами для меня торговать без рискового, так как нет во фьючах моей, так скажем, совокупности факторов, о которой я постоянно говорю. То есть, входя в акцию, вот допустим, лонгуя Лукойл, я смотрю, технически Лукойл закрылся в шорт, закрылся в лонг, нефть в моменте плюсует, общий рыночный фон у нас в плюсе. То есть у меня есть три фактора, которые говорит за лонг. Это техника, это товары и это общий рыночный фон. А торгуя, допустим, индексом РТС, я не смогу собрать эту совокупность факторов. Торгуя сишкой, я тоже не смогу собрать эту совокупность факторов. Вот. Торгуя сырьем, сырье вообще сейчас новостное. То есть и на сырье, торгуя сырьем, там нефтью той же, я не могу собрать эту совокупность факторов, даже хотя бы из трех пунктов. Потому что все смотрится технически на лонг, все круто, но вышла новость и мы падаем вниз. Вот поэтому я не торгую. Поэтому я, вернее, работаю от минимизации рисков и торгую акциями. Да, большой у нас комиссия большая, вот, но ничего, вся эта комиссия, все это вложено в мой риск-менеджмент. Так, приступим. Смотрите. Депозит входил я вот в 83 сделки, я входил на 1 миллион рублей. Прибыль на депозит у меня составила 45, вот тут вот смотрим, да. Прибыль на депозит у меня составила 45,05%. Итого у меня за месяц 43 плюсовые сделки и 39 минусовых сделок. То есть это отличный результат, практически 50/50. И смотрите, друзья, инфо-цыгане никогда вам об этом не скажут. Они вам только будут говорить про плюсы. То есть они не скажут, что стоп в интрадей это нормально. Да я практически ни от кого это не слышал. А тем более, чтобы кто-то говорил, это очень круто, когда у вас 40 плюсовых и 40 минусовых сделок. Это знаете, это звучит отталкивающе. И инфо-цыган это не будет говорить. Видите, для начала инфо-цыган он продает вам продукт, он продает вам курс, он продает вам платный канал и так далее. Вот. Поэтому он будет говорить, что вы хотите услышать. А вы не хотите слышать, что вы можете сделать 40 плюсовых и 40 минусовых сделок. Поэтому как бы вот, от инфо-цыгана вы такую информацию не услышите. Итак, при правильном риск-менеджменте, то есть это очень круто, это очень нормально. Так, прибыль на депозит у меня 45,05%. Комиссия купить-продать 0,07% на моем брокере. Налог на прибыль 13%. Итого 0,07 комиссия. Закупить, продать. Это получается 700 рублей на одну сделку. Умножаем на 83 сделки. Получается 58100 комиссия брокера и биржи. Это я заплатил за месяц. Комиссию брокеру и биржу. Дальше. 45% прибыли на депозит. Это 450. Ну, я тут округлил, вот эту кишку убрал. Это 450 тысяч. Отнимаем 13% прибыли. Получается 58500 налог на прибыль. Но опять же, друзья, у меня 50% плюсовых, 50 минусовых сделки. Как вы знаете, уже минусовые сделки вычитаются из плюсовых. То есть на самом деле сумма налога гораздо меньше, чем это, чем вы вот эту вот видите сумму. Она гораздо меньше. Но неважно, я уже буду так считать. Итого, общие расходы на сделки составило у меня налог, расходы на сделки плюс налог на прибыль 116 тысяч. Итого 450 тысяч, я отнимаю 116 тысяч. И вот, друзья, вот такая зарплата у меня вышла чистыми, да.
333 тысячи. Это я торгую 1 миллионом рублей. Грубо говоря, там 30%, да, на депозит. Вот. Вот столько зарабатывает трейдер. И эту сумму, друзья, я заработал при вас. Как вы видите, да, я писал и показывал абсолютно все сделки. У меня были и минусовые дни, где я по 3 сделки в день сделал минусовых. Ну, то есть, у меня нет резона как-то что-то приукрашивать свою торговлю. Мне это нахрен не надо. Вот. Так что вот столько вот я заработал на трейдинге интрадей, используя свою стратегию, четкий риск-менеджмент, дисциплину и зарабатывая всего вот 1% свой. Ну, вопрос сейчас не о том, не о риск-менеджменте, не о дисциплине. Просто хочу показать, сколько я заработал за месяц чистыми. Вот. Ну и плюс сегодня удачный бонус. Как вы знаете, весь этот месяц я топил то, что «Газпром» не заплатит дивиденды, либо крупный капитал будет выходить до дивидендов. Ну и в общем, на шорте «Газпрома» я сегодня заработал 22,5%. И под конец месяца вот такой вот у меня бонус чистыми вышел. 195 тысяч я заработал за один день на шорте «Газпрома». Грубо говоря, моя аналитика, она, ну, как сказать, я ее монетизировал, да. Вот, в принципе, вот все, что я хотел вам показать, что на этом действительно можно заработать. Как-то так, все реально. Но самое главное, это опять же дисциплина, это работать одной и той же суммой, это риск-менеджмент и так далее. Ну, в принципе, все. Так, что еще я хотел вам сказать? Ну, еще скажу, относитесь с осторожностью к инфо-цыганам, да, которые не говорят вам про минусовые сделки, которые говорят, что можно там миллионы зарабатывать на интрадее. Оно можно, но это с другими суммами. Понимаете, на интрадее заработок, он не безграничный. На интрадей заработок определен ликвидностью инструмента. То есть вы, вот я на данный момент не могу перепрыгнуть выше миллиона, да. Я с удовольствием бы работал и 5 миллионами, чтобы вот эту свою чистую прибыль увеличить в 5 раз. Я до этого и работал 5-3 миллионами, да. То есть умножьте эту сумму на 3-5 раз. Да, я столько зарабатывал. Вот, но мне сейчас не позволяет ликвидность, а все, кто говорят, что зарабатывают там миллионы, нет, друзья, ликвидность-то никто не перепрыгнет, никто не перепрыгнет вот эту цифру, то есть на 5 миллионов вы уже не зайдете никуда без размазывания, чтобы соблюдать дисциплину и риск-менеджмент, как-то так, обращайте на все эти дела внимание, вот, и пользуйтесь, пока все бесплатно. Смотрите видео, видеокурсы, смотрите, я там видео сделал, как отличить инфо-цыгана от нормального трейдера. Как бы на этом канале есть та информация, которую вы не найдете на других каналах. Вот, потому что тупо инфо-цыгане не считают ее важной. А хотя в трейдинге важность именно в этих мелочах. Вот. А зачастую они просто этого не знают. И поэтому на моем канале, хоть у меня подписчиков и мало, но здесь такая информация, которую вы не найдете на каналах, у которых там по 200-300 тысяч подписчиков. Вот. В принципе, все, друзья. Всем удачи. Месяц прошел очень-очень круто. В телеге, если что, хвастайтесь, какие у вас результаты за этот месяц. Все, друзья, всем спасибо, всем пока.